Бокс – лучшая школа жизни. Именно под таким девизом прошло открытое первенство Губкинского по боксу, приуроченное Новому году и Рождеству. Бои длились 2 дня. В первые побороться за звание лучших на ринг вышли 26 спортсменов. Бои проходили в 3 раунда по 1 минуте. Во-первых, должен быть ум. Все-таки умом все делается, без ума ничего не получится. Ну и физическая сила тоже присутствует, должна быть. Уже занимаюсь 3-й год боксом. Соревнования классные. Да, выиграл единогласным решением судей. В открытом первенстве принимало участие 55 спортсменов из Карачаева, Пангат, а также Губкинского и Муравленко. Мы из Пангат. Мы все хорошо настроены, готовились очень долго. Занимался раньше борьбой, сейчас на бокс хожу. На бокс можно проявить свой характер, показать свой опыт. Ну, можно много чего развить в плане ментального и физического. Проиграл с разногласием 2-1. А так тренер говорит, хороший бой был. Зрелищные и хорошие бои были и у других спортсменов. Ребята, несмотря на свой юный возраст, показывали не только интересные схватки, но и преодолевали трудности на ринге. В соревнованиях разыграли 4 комплекта медалей в каждой весовой категории. Алла Мэтура, Денис Вильков, Никита Мищенко. Новости Губкинского.